Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». Да, у нас сегодня никаких испытаний новых не будет, но меня зацепило то, что вчера у меня не хватило пиццы для прохождения смятения из другого измерения. Поэтому серия эта будет именно направлена на то, чтобы мы прошли его сегодня. Ну, сначала, как всегда, забираем награды. Окей, так, забежим с тобой быстренько в магазин. Откроем бесплатно пак. Так, кто у нас там? Макман. Все, я понял. Макман, это хорошо. Забираем здесь награды. Сразу же так, пройти серию испытаний. Но это мы с тобой сделаем чуть позже. Отправляемся на поиски для Шреддера нужных нам элементов. А нужно там совсем маленько, да? А ну-ка покажи. Один пульт всего лишь-то? Ть, давай. Сейчас, как всегда, не дадут мне его, да? А нет, все получилось. Ну что, пропаиваем, друзья мои, до четвертой ступени. И смотрим, что дальше нужно. Так, 5 джойстиков. Опять эти наушники. Ну чтоб тебе. Давай начнем, наверное, с джойстиков тогда. Сколько там нужно? 5 штук, да? И как назло, вообще не дают. Один. Хорошо. Так, нужно еще 4 джойстика нам получить. У нас выпадает крюк-кошка. Что угодно, только не то, что мне нужно. Крюк-кошка, давай попробуем здесь. Может быть, тут все-таки удача повернется к нам. Нам выпадает геймпад. Ты смотри, а. Они это все, друзья мои, делают специально. Вот такое впечатление складывается. Вообще, эта компания, как ее там, Люди или Ладия, я не знаю, как назвать правильно. Она, видимо, меня вообще ненавидит. Она всегда вредит. Что в этой игре? Что драконы, всадники Олуха тоже меня, драконы там промахиваются. Что за отношение такое, а? Я не знаю. Все вот наперекор делают. Хочешь найти — не дают. Хочешь там что-то получить — не дают. Хочешь выиграть — шиш тебе. Да, и я не знаю, как с ним бороться. Ну что, давай зайдем тогда в список. Мы с тобой прокачаем сейчас один уровень Супер Шреддеру. Это будет у нас 76-й. Замечательно, потихоньку, полигоньку он у нас с тобой прокачивается. Что-то немножко игра, по-моему, фризится. Значит так, нам нужно пройти с тобой серию испытаний. Ну давай сделаем так. Мы пройдем с тобой смятение из другого измерения, а потом уже пойдем на арену. Я думаю, так будет справедливо. У нас, тем более, тут осталось всего лишь 3 поединка сделать. Так, Армагон, вернись. Слушай, ну ты смотри, у Рафаэля мало здоровья, так же, как и у Армагона. Нам нужно хилку врубать, судя по всему. Так, грибочки паршивые, да, здесь? И они сразу нападают на Рафаэля. Так, массовая атака. Вот это самое плохое, что может быть. Минус гриб. Минус второй гриб. Так, крипача надо вальнуть. Слушай, наверное, суперский укус будем делать. Надеюсь, его броня не спасет. Спасла. Так, мы двигаемся с тобой на вторую, заключительную волну. Ага, здесь у нас... Применяем массовую атаку Бакстером Стокманом. Так, минус двоечка. Теперь, наверное, все-таки попробуем бомбануть Шархана. Давай, давай, вторую атаку, отлично. Дальше у нас пойдет Рокстеди. Так, Лео, давай делай вторую атаку, добивай его. И бомбануть надо нам Маузера. Блин, ну я, честно говоря, хотел хильнуться. Мне нужно подлечить моих персонажей. Что за ерунда такая? Мы сейчас с тобой пойдем к Рэнгу уже практически. А здоровья у нас вообще мало. И что ты мне прикажешь делать теперь? Я не знаю пока. А менять мне не на кого. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Опять же крип, мутаген. Мутаген, мутагеноид. И опять эти грибы. А, выбрать. Я уже все запутался, друзья мои. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Нет, 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 нет. Вот так. Да. Микеланджело мне нужен для чего? Для того, чтобы хильнуться здесь как можно быстрее. Ну хорош, грибочки, отвалите. Так, Майки, я знаю, что у тебя должен быть от... Как видишь, никакого отката нету. Надо еще 2 боя. 2 хода, точнее, подождать. Так, Усаги, вали этот грибок.
Ну неужели? Ну неужели, Лео, ты созрел для этого? Все, теперь я, друзья мои, спокоен. Так, Армагоша молодец. Ну давай, Рафаэль, хиленько. Так, что он делает? На Леонардо бычит. Крип, ты не опупел ли, братюня? На Леонардо-то бычить. Ну и мы с тобой переходим на вторую волну. Заключительная. Опять здесь крип. Слушай, у нас... Ага, двойная атака. Давай, наверное, попробуем ушатать его. Не получилось. Давай валун тогда киданем. Маузеры должны упасть. О, да тут все упали. Кроме мутагеноида. Все, ребята. И мы с тобой идем уже, как говорится, в гости к самому Крэнгу. И будем открывать с тобой сундучки. Кто-то из подписчиков писал недавно: Рэй, а что будет, если выиграть вот этот золотой сундук? Какие типа в нем награды? Я так понимаю, он предыдущие серии не смотрел. Там очень много раз мы с тобой проходили смятение из другого измерения. Но специально для него, так, как говорится, получилось. Он посмотрит, что из него выпадает. Но я тебе скажу следующее. Выпадает из него не то, что сейчас выпадет мне, а абсолютно рандомно. Абсолютно рандомно. Поехали. Так, подожди, какой собрать, елки-палки? Я должен атаковать. Босс, Крэнг. Все дела. Как всегда, ребята, будет сейчас потирать свои ладошки. Вот я одного не могу только понять, почему они здесь поставили меньше противников. Почему? То есть у них одна свободная ячейка осталась здесь. Не знаю, с чем это связано. И знать не хочу, потому что будем с тобой Бакстера Стопана в первую очередь бомбить. Так, двойная атака практически у всех, кроме Рафаэля и Майки. Да ладно, не добили. Что за дела такие? Так, маленькие крэнги. Ой. А что такой Бакстер-то ватный? Эй, ребята. Так, мне нужно хильнуться. Ну, что-то я от Бакстера, конечно, такого не ожидал. Вообще ватник. Давай тогда на всякий случай с тобой сделаем баф. Окей. Ну и погнали. Наши вороных. Все, минус Крэнг. А вот и сам супер-пупер Крэнг. Главный, да? Главный по мозгам. Ну давай, выходи. Мы сейчас с тобой разберемся. Ты нам не страшен. Мы уже тебя 100 раз бомбили. А может быть даже и больше. Че ты радуешься-то? Радостный он. Не спасет тебе этот даже кожаный мешок. Поехали. Че ты там? Кнопочки. Ага, ага. Ах, сейчас от всех ты получишь, парень. Ой, каждый тебе нанесет по удару. Правда, удары на контратаке, заметь, намного слабее, чем когда ты сам их делаешь целенаправленно. Давай уничтожим ракетой. Все. Ну что, дорадовался, да улыбался? Вот так-то будешь знать наших. Ну что, а нам с тобой пора забирать пак. Это во-первых, а во-вторых, открывать сундучки. Ну давай, 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 хорош. Я знаю, что здесь загрузка, это мы с тобой пропустим ролик. Уже 1000 раз его видели. Но поехали. Так, ну, ДНК из другого измерения. Рафаэль, Леонардо и сюрикены. Собрать и сбросить. Открываем, ребята, все. И смотрим, что ценного нам выпало. Друзья мои, для меня здесь ценного, по-моему, ничего. Что оригиналы, что классика у меня полностью прокачаны. Ну, единственное, что я могу отметить, это, наверное, вот эти вот джойстики, которые мне нужны. Плюс мы с тобой получаем 6 телепортов, да, 43 бакса, 12 тысяч мутагена и 59 пиццы. К сожалению, Крэнга мне не выпало, а хотелось бы. Так, забираем с тобой остатки роскоши. Все, друзья мои, и переходим на турнирную арену. Как ты видишь, меня сбросили до Лиги Мастеров. Одна звезда, ранг у меня 59-й, 27 откатов. То есть, можно попытаться сегодня нам добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. И желательно 50-е место занять. Вот такие мы с тобой сегодня поставим планы.
А уж получится или нет, покажет игра. Беру Леонардо. Так, 67 уровень. Так, Майки, тихо. Хотя Микеланджело можно взять. И будем с тобой, как всегда, отыгрывать наших слабых персонажей. 67-й, да? Давай, наверное, еще Змейковину сюда возьмем, потому что не знаю, Леонардо справится. По идее, должен с Виртухана их наказать, но он может и не добить. И на этот случай у нас пойдет кто? Майки. Так, ну, морозилка, ребята, 100% упадет. Вот о чем я тебе и говорил. Ну-ка. Да ладно. А если так? Плане. Эй-эй-эй-эй-эй. Вот, ребята, и чудеса на виражах. Видишь? Все-таки Леонардо что-то здесь сделал прослабление. Видимо, он не такой, как вчера. Вчера он был вообще в ударе, да? Косил всех налево и направо. А тут пасует, видите ли. Мне такие пасовки не нравятся. Ну что же, двигаемся с тобой. И у нас 47 место. Что-то как-то медленно мы двигаемся с тобой, если честно. Может быть, поискать 23 кубка? А что-то мне подсказывает, что фигушки мне дадут. Ой, было здесь вот. Так всегда происходит. Нажимаешь на кнопочку обновить, а потом краем глаза видишь, что все-таки здесь было 23 кубка. Все, да? Нет, ребята. Тынч-тынк-бек, елки-палки, язык сломаешь. Е-мое, парень, ты никнейм-то возьми попроще, а? А то, ну, возьми хотя бы тычок, елки-палки. Тоже неплохо звучит, чем тынч... Ой, даже говорить не хочу. Ну, ты, конечно, понимаешь, что это шутка. Раз, два. Так, здесь уже 71 уровень, так что шуточки-то в сторону, друзья. Возьмем, наверное, Шархана. Шархан, Зек и Леонардо — это горячая смесь дебафов и крит урона. Ну-ка, давай, Лео. Жги, как говорится, по полной программе. Так, Шархан, добивай. Да ё-моё, ну Донателло, ты опять за свое, а? Сколько раз буду говорить, падать ты должен, понимаешь? Вот. Крысиный король, кстати, отомстил, потому что он именно ему нанес урон. Ну что, как ты понимаешь, идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше, смотрим, какую позицию занимаем. Я уже из этого делаю выводы, сколько нам еще примерно боев с тобой нужно сделать. Сейчас где-то 35-е, да, надеюсь? О, даже 27-е. Слушай, ну тогда получается 2 боя. 2,5. Только вот дайте мне, пожалуйста. Вот опять начинается вот это вот зажимательство, а? Ведь было же, да, 23 кубка. И на тебе, не хотят давать. Как будто бы я сфейлился. Ага, вот, Артем, спасибо тебе большое, что он дает такую возможность. Кстати, многие подписчики пишут мне: Рэй, ты со мной дрался, да, например, но состав команды был не такой, как у меня. То есть мы как бы делаем с тобой определенный вывод, что бот просто берет, например, чью-то аватарку, да, какого-то реального персонажа, который действительно играет в эту игру, но команду делает сам. То есть берет тех персонажей, которые у него действительно есть, но докручивает ему уровень и, соответственно, прокачивает ему скиллы. Это уже на автомате, ребят. Это от игрока ничего не зависит. Поэтому я даже не удивлюсь, если кто-то со мной дрался, тоже вот так вот выпадал, то я больше чем уверен, что у меня не такие бойцы и не такого уровня, которые у меня есть в реале. Ну что, попробуем с тобой здесь выстоять. Правда, я взял Рахзара плюс Леонардо и больше никого. И это большие риски на самом деле. Если морозилка не упадет, а я думаю, что она упадет все-таки. Да ладно, ты серьезно, ребята, вот это попадос называется. А знаешь почему? Да потому что я сфейлю здесь. Потому что сейчас она хильнет. О, все. Как только я вот, ребята, отвлекаюсь. Смотри, морозильное окошко здесь, ребята, ерунду на самом деле сделала. Ну-ка, вырубим мы ее. Отлично. Блин, Рахзар, ты уж держись, бро. Нам нужно с тобой сделать дебаф. Дебаф у нас вот этот, по-моему, да? Отлично. Так, крип. Я не уверен, конечно, что ты сможешь это сделать, но тебе надо постараться. Ну-ка, давай так сделаем.
Вообще по нолям. Друзья, тут либо хил делать. Наверное, хил все-таки я сделаю. И поехали. Майки. Минус. Так, успеть бы нам с тобой до завершения, как говорится, провокации. Воу. Так, Донни, Донни, Донни. Черт подери, я не знаю, ребят. Есть, нормуль. Так, уничтожаем с тобой Донателло. И ты глянь-ка. Ребята, ты глянь-ка, как у нас с вами прошел этот бой. Я думал, что все, нам здесь не выкрутиться. А в итоге, победили. На минимальных жизнях, но все-таки победили же. Трындец. Чудо просто какое-то. Ну что, у нас с тобой... Да с какого перепуга 20 место? Что происходит с игрой, а? Почему она мне всего 4 там ступеньки прокрутила? Не, ребят, я вам еще раз говорю, она вредит мне. Целенаправленно причем. Олег, давай. Выходи, как говорится. Ну что мы возьмем с тобой? Давай Армагона, наверное, здесь. Тихо, тихо, родной. И будем брать с тобой раз, два, три вот этих персонажей. Я думаю, здесь за глаза нам с тобой Леонардо с Армагоном. Это то же самое, что взять Усаги в команду. Давайте посмотрим. Так, Лео делает вертушку и... Да. Тихо-тихо-тихо, родной. А ведь он мог на самом деле, знаешь, что сделать? Атаковать. Предположим, мутагеноида. И он бы смог, скорее всего, его подбить. Но он решил усилить свою команду. И за это все поплатились. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Отлично. Что-то я немножко стал сомневаться, а получим ли мы сегодня. Нет, но если будем откаты тратить, то мы зайдем в Лигу Мастеров 3 звезды. Шестая позиция у нас с тобой на данный момент. Так, берем с тобой Марлиз. Ну, давай вот так вот сделаем. И отыгрывать будем, ну, 50 уровней пока. Потом можно будет брать, конечно, и 40-е. Но я думаю, что до них дело просто не дойдет. Так, первым выходит Усаги. Начинает, естественно, крутить, вертеть. Постепенно урон вешать всем. Ну, а Донателло, а Леонардо, конечно же, всех добивает. Мне нравится, как падает Пит. Голубь, ты заметил, да? Такой, знаешь, как в ступор входит и падает. Ну, отлично. Если там, например, Бибоп присаживается, как бы, да, офигевает, то Пит просто-напросто так, хоба, на спину. Навзничь, и все, ребят. Так, 92-я позиция. То есть рассчитывай на 9 боев. А 9 на 2 это у нас 18. То есть откатов у нас хватит. Но мы практически все потратим с тобой. Все свои откаты. Но зато отыграем львиную долю наших вот слабых персонажей. С ними можно отправлять, конечно же. Ну ты посмотри, если бы у нас, например, бы Леонардо был бы прокачан по скиллам. Вот последний он скилл, который, да, вертушка. До 7 ступени, мне кажется, мы могли бы здесь справляться и без помощи Усаги. А, соответственно, шла бы экономия у нас откатов. И за меньшее количество потраченных откатов мы смогли бы с тобой очень далеко проходить. Потому что брать Леонардо вместе с ним не 3 персонажа слабых, а 4 уже. И тратя один откат, это прикинь, 20 откатов, 20 боев. Да это практически за один заход можно пройти. О, я даже подсчитывать не буду. Это от начала игры, блин, это очень много, ребят. Очень много. Причем не напрягаясь абсолютно. Так, ну что, возьмем, наверное, вот это вот. Кто там? Дивинг. То есть ты тратишь меньшее количество откатов. Берешь своего супер-пупер прокачанного персонажа. Почему я сейчас и хочу на вот этих вот испытаниях платиновых, да? Испытание эксперт. Я хочу выбить вот эти вот гербы, которые нам нужны. Там 11 штук, у меня всего лишь, по-моему, 5. Еще нужно 6 гербов выбить, но они, как назло, очень тяжело фармятся, очень тяжело. Но, тем не менее, я коплю, я не трачу.
Хотя можно здесь уже кое-кому прокачать. По-моему, даже Леонардо можно прокачать первый удар. Ну, а толку-то от него, если мне нужна именно массовая атака. Вот мы с тобой копим гербы на суператаку для Леонардо. Потом попробуем прокачать суператаку именно у Усаги. И все, ребята, и заживем, поверь мне. А потом надо будет прокачивать таких персонажей, как Крип, Хан. А знаешь для чего? Потому что у нас есть с тобой испытания, где именно они участвуют. Ну, а так как они слабые, мы эти испытания с тобой не проходим полностью. Мы фейлимся. Соответственно, у нас идет с тобой стопор. Идет замедленное развитие наших персонажей. Так, подожди, что-то я не то уже делаю. Поэтому надо будет вот именно этим заняться. Ну, вначале мы прокачаем с тобой все-таки супер шреддера. Я думаю, может быть, до соточки. И он будет, конечно, имбово бомбить. Жалко, конечно, что у него один супер удар. То есть его нужно будет оставлять на самую, там, я не знаю, топовую какую-то команду. Кстати, вот здесь бы им не помешало бы сделать реальные поединки. Не с ботом, чтобы драться, а именно с реальным персонажем. Это вообще бы рейтинг игры, мне кажется, повысился бы до офигения. Пускай там взломки, не взломки. Здесь не в этом дело, да? Тут дело в подборе команды. И вот мне хотелось бы узнать, здесь есть вообще супер-пупер топовая команда, против которой, ну, никто бы не смог устоять? Вот хотелось бы мне узнать. Так, ладно. Фух, разошелся, как говорится, тут. Давай отыгрывать. У нас, кстати, какое с тобой место-то уже? По-моему, 50-е было, да? На меднях. Так что остается где-то 5 боев. Может быть, даже 6. Хан, Майки. Так, они должны упасть. Усаги, давай, вали их всех. Упс. Тихо ты. Выпендривается. Давай, Лео, добивай их всех. Отлично, по красоте. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше, смотрим, на какое место мы с тобой приземляемся. Сегодня, наверное, попробуем, не знаю, ребята, Angry Birds сегодня вряд ли будет. Но, скорее всего, мы будем с тобой сегодня играть 200 дней зомби-апокалипсиса. Уже давно не играли, у меня там накопилось. Не то, что даже накопилось, а прокачались персонажи прилично. Я думаю, где-то 10 деньков мы должны, наверное, выжить. Так что ждите в ближайшее время. Так, давай. И, не знаю, ребята, есть такие задумки вернуться в игру Grow Castle. Только что там делать мы будем, если там все одно и то же? Бомбишь, прокачивайся, ну, в принципе, как в Towerland'е, кстати, который мы тоже давно не играли. Но дело в том, что у меня сосед сверху затеял ремонт. Они недавно туда заехали, друзья. А квартира убитая в хлам. И они там делают ремонт. Ремонта там, поверь мне, ну, на полгода. И вот теперь представь, ты приходишь с работы, ложишься спать, и начинается вот это вот сверляканье перфоратором. Там отбойным молотком, я не знаю, что он там делает, но это невозможно просто играть или записывать что-нибудь при таком шуме. И тем более, хоть куда ты уйди. У меня нет никакой изолирующей комнаты, чтобы этого не слышать, и вряд ли тут что-то поможет. Поэтому, друзья мои, видосиков получается у меня немного меньше, чем обычно. Ну, надеюсь, когда я в отпуск уйду, мы как-нибудь с тобой компенсируем эту разницу. Так, ну что, давай попробуем забомбашить. Опять немножко подфризивает, по-моему, игра. Именно вот на анимации, да? Именно вот на вертушках там, на всяких, видишь? Не знаю, почему это так делается. Так, ну что, идеальная победа. Там осталось, по-моему, нам чуть-чуть. Хотя мы должны дойти до 50-го места. Так, даете мне 10-е местечко? Ага, губежки раскатил. 16-е, не меньше. Ладно, откаты. Откаты тают просто на глазах, ты посмотри. Давай, берем так. Может быть, вместе с Леонардо взять нам вот так вот? Пора, наверное, их отыграть, да? Заодно сэкономим парочку с тобой откатов. Ну что, хлопчики, вот я и пришел со своей командой. На-ка. Думаешь, ты один такой, да, Хан?
А вот это зря, ты, Майки, это ты зря. Ну-ка. Ты дичь. Давай. Вот это мне нравится. Вообще имба. Просто идеально, ребята. Я тебе говорю, это у него только первого уровня скилл. На шестой прокачке, я думаю, что это будет что-то с чем-то. Атака будет намного мощнее даже, чем, скорее всего, у Армагона Валу. Так, ну что, у нас с тобой 10 откатов. Я могу еще использовать разочек, например, Леонардо, Макстера Рафаэля, Криса Брэдфорда. Ну и на свой страх и риск взять Эйприл. На свой страх и риск. Мне кажется, сейчас бот этим и воспользуется. И замочит ее просто-напросто. Нашу Кунаичи. Ну что, делаем вертушку, естественно. Сейчас спринтер ему ответку. Ну, конечно же. Так, теперь, естественно, возьмем провокацию. Хотя здесь Донателло будет либо хилять, либо будет падать. Угу. Не забываем про Бакстар Стокмана. О, вот это мощный, ребята, удар. Что? Кто? Да ладно, спринтер, хорош бафать. Получится как лучше. Давай Маузер выпустим. Он под защитой. Блин, он под... Фу, а ведь мог бы сейчас звездануть свои сюрики. Но, как видишь, все здесь у нас отлично получилось. И вот теперь мы должны уже перейти с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. И еще при этом сделать 5 боев. Что-то бред какой-то. Не хватит у меня, по-моему, откатов все-таки на все это дело. Да, Лига Мастеров 3 звезды. Место у нас 97-е. Так, возьмем с тобой Богдана. Возьмем с тобой Богдана. 2 отката. Железноголовый здесь у нас еще не отыграл, да, получается. И вот так. Не, друзья мои, не хватит откатов, серьезно тебе говорю. Там их сколько остается? 7. Это максимум еще 3 боя. Ну, по десятке возьмем, да. Это будет 70-е место. Фигово. Ну ладно, докуда дойдем, до туда дойдем. Чего ж поделаешь. Я же не говорил, что я 100% сегодня дойду до полтинничка. Я тебе сказал, что это моя цель, а уж смогу ли я ее достичь или нет, игра покажет. И она показывает, что фигушки тебе, Рэй. Так, сейчас будет какое-нибудь 85-е место. 84-е, ага, понятно. 7 откатов. Ну да, 3 боя всего лишь впереди намечается. Плохо. Я даже чуть-чуть расстроился, блин. А сейчас еще, скорее всего, здесь и не продавим мы их. Скорее всего, сейчас кого-то мы с тобой потеряем. Потому что 77-й уровень Микеланджело, если он не захочет, например, бафать команду, а будет бросать массовые атаки сюрики, два парня вот этих упадут. Если, конечно, Усаги его сейчас не убьет. Или даже постепенно урон не повесит. Ну-ка. Вот оно и случилось, ребята. Так, ну, нам повезло. В плане того, что он стал все-таки делать танец. Но эти-то орлы выживут. Эти-то орлы, блин, выживут. Ать, видишь? Я тебе об этом говорил. Я именно тебе об этом и говорил, что так все и произойдет. Ть. Да. Соответственно, мы с тобой получаем мало кубков. Соответственно, полтинничка нам сегодня не светит. И два отката мы просто слили в никуда. Надо было не жадничать, а взять кого-нибудь третьего на подстраховку. Но я вот пожадничал. Так, и место у нас 78-е. Ну что, еще два отката я могу использовать. Давай попробуем. Какой уровень? 78-й. Ну здесь да, ребят. Здесь опять, скорее всего, будет фейл. Может быть, остановиться? Ладно, последний бой с собой отыграем и все, и останавливаемся. Потому что сейчас последние откаты потрачу просто в никуда, впустую. Опять здесь мы не сможем их всех добить. Не хватает мощей. Нет 7-й
не седьмого уровня прокачки вот этих вот скиллов массовых, от этого и фейлимся. Видишь? Но тут хорошо, что он повесил постепенно урон. Здесь победа будет за нами. А в том бою не повезло. Он вообще не повесил постепенно урона. И, как ты видишь, итог был разборка нашей команды. Ладно. Три отката оставляем и закругляемся. Местечко будет где-то 65-63. Вот такой вот. 65-е. Окей. Так, ну что, ребята. У нас есть возможность еще, конечно, вот здесь вот попробовать вытянуть Кренга. Что, будем пробовать? Давай попробуем. Да елки-палки, не то ты делаешь рейд. Зачем? Давай через ускоренный бой. Во, вот это, кстати, тоже неплохо. Так, 4 доллара. Да какой, ну, комикс, чувак, ладно, фиг с ним, пускай будет. Так, поехали еще. Так, 3 золотых осколка. Сколько там еще? 3 попытки у нас, да? Ноутбук Дона, ну, перебор. Это, ребят, перебор. 50 жетонов. Это, конечно, хорошо, но не то. Последняя попытка. Да, друзья мои, Крэнг классический, 2 ДНК. То есть я выбил то, что мне нужно. Шреддера и Крэнга. Ну, спасибо хоть на этом, игра. И у нас с тобой заканчиваются, как ты видишь, телепорты. С вашего позволения, я куплю 250 штучек. Вот так вот. Погоди-ка. А, ну ладно, откаты мы с тобой получим, да, 10 штук за... Через 8 часов получим 13. И к тому же у нас с тобой, в принципе, еще сколько деньков там впереди. 4 дня до конца недели. А на турнирной арене мы уже с тобой находимся в Лиге Мастеров. 3 звезды. Да все будет хорошо. Все мы с тобой сделаем, как надо. Ну что, дорогие друзья, а на этом я откланиваюсь. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.